субботу в Самарской области пасмурная погода, осадки в виде снега, температура воздуха днем -3, -7 градусов, ночью 6-8 ниже 0. Ветер преимущественно юго-восточного, восточного направления 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, небольшой снег, днем -5 градусов, ночью -6, восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег, днем -4, ночью 8 градусов ниже 0, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурная погода, утром и вечером небольшой снег, в дневное время -5 градусов, ночью 8 ниже 0, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.